В Архангельской области продолжается акция «От победы к победе». Ее цель – привести в порядок мемориалы, памятники и воинские захоронения силами молодежи. Сегодня на пресс-конференции рассказали о самых значимых мероприятиях этой акции. Основная их часть пройдет в Архангельске, Северодвинске, Пинижском, Плесецком и Конышском районах. На сегодняшний день запланировано в ближайший период до 9 мая и после более 450 разных акций, которые проведет молодежь повсеместно, восстанавливая мемориальные комплексы, места памяти и захоронения. Речь идет не только об уборке, но и о реконструкции и восстановлении мемориалов и воинских захоронений. Средства на эти цели выделены из муниципального и областного бюджета. В акции примут участие более 4000 человек со всех районов области. Организаторы отметили, что такие мероприятия будут проводиться не только ко Дню Победы, но и в течение всего года.